Вашему вниманию, дорогие друзья, я отдаю микрофон Светлане. Светлана Тернова, ваше внимание. Песня, которую написал Максим Апрель, называется «Не гадала». Сколько в жизни прошла дорог, перекрестки, сплетения, и всегда помогал мне Бог ярким солнцем свечением. Оставалась себе верна, не разменивая судьбу, и в один день календаря повстречала любовь свою. Да я ночами без тебя спала спокойно, да не гадала я на ужин при свечах вдвоем с тобой. Ведь ты не знаешь ничего, и как мне больно все от того, что поздно встретились с тобой. В мою душу прошу не лезь, слов красивых не говори. Если мой, я сама впущу, а раз нет, просто уходи. Если мой, приоткрою дверь и пущу я тебя в свой дом, и тебе одному спою о любви тихим голосом. Да я ночами без тебя спала спокойно, да не гадала я на ужин при свечах вдвоем с тобой. Ведь ты не знаешь ничего, и как мне больно все от того, что поздно встретились с тобой. Поздно встретились с тобой. Вообще невероятно. Девушки, для вас песня «Моя королева». Будьте всегда королевами. Я верила в нашу любовь и жила в каком-то безоблачном сне. Заснуть, дорогой, без тебя не могла. Сердце в уме, а я ведь любила из всех своих сил. Простила бы только за то, чтобы вновь моя королева, моя любовь. Да-ра-да-ра-да. На серых золы сердце слело мое, и вдруг то, что я не ждала. Любовь моя как не хранила ее, куда-то бесследно ушла. А я ведь любила из всех своих сил, простила бы только
за то, чтобы вновь меня обнимая, ты мне говорил: моя королева, моя любовь. Можно чуть-чуть какого-нибудь ревера? А я ведь любила из всех своих сил, простила бы только за то, чтобы вновь меня обнимая, ты мне говорил: моя королева, моя любовь. А я ведь любила из всех своих сил, простила бы только за то, чтобы вновь моя любовь. Спасибо. Спасибо, Артем.